14 июня 2019 года в Приморский сафари-парк прибыла европейская рысь. Вот люди привезли ее. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах она к вам попала? Так, ну сама рысь к нам явилась, я так понимаю, с тайги. Обнаружили ее в пожарной части. А позже, через неделю, она появилась в подвалах и заброшенном садике. Разумеется, она взбудоражила общественность и самих жителей Востока. Но мы приняли решение, что надо рысь, ну, во-первых, обозначить, что с ней случилось, почему она пришла и почему, ну, пришла к людям и не боится их. По помойкам лазила она, ну и ночью выбегала, по поселку бегала. Обратили внимание, что она скачет. Разумеется, что-то с лапой. Лапы обратили внимание, ее вообще нету. Значит, где-то она попала в капкан по зиме. И капкан потихоньку, наверное, отсох, и она мучилась. Пропитаться она уже не могла, была исхудавшая. Вот. Мы ее обнаружили, но приняли решение, что надо с ней что-то делать. Потом созвонились с директором сафари-парка, предложили взять рысь, он охотно согласился. Вот. Ну, мы всем поселкам, разумеется, в течение недели пытались обнаружить эту рысь. Причем такие были у нас события немножко печальные. Погиб наш человек, знаменитый на поселок, да и в принципе по Приморскому краю, Михаил Филатов, он корреспондент, вел нашу местную газету. И после похорон нам позвонили, сказали, что обнаружена рысь в подвале. Поймали, вынесли на фасад здания. И в скором режиме начали обрабатывать рану. Рана была, мы обнаружили, что часть, получается, лапы отсутствует. Вот. Мы обработали, наложили мазь, замотали и повезли ее в вольер, так называемый. Но дальнейшая судьба будет отслежена, я так понимаю. Нам будут сообщать, и мы будем делать видеоотчет для наших жителей. Они все беспокоятся. И еще хотелось бы добавить. Этой рыси мы дали имя Филя в честь Михаила Филатова. Так получилось, что все в один день произошло. В общем, все.